Друзья, всем привет! И сегодня мы продолжаем приключения нашего любимого котика Тома. Том, привет! Давайте-ка отведем его в туалет. Итак, друзья, вот такой вот замечательный костюм робота мы купили Тому в прошлый раз. И сейчас пускай он делает свои дела. И мы давайте-ка его помоем, а то какой-то он совсем грязненький. Вот так, здорово, отлично. Моем вот так. Очень хорошо. Отлично. Помыли. А теперь давайте смоем. Отлично. Еще и монетку получили. Да, здорово. Да. Отлично. А теперь мы тебя потом и покормим. А что кушать будешь? Так, что у нас есть? Арбуз, тортик, блины, яблоко, пицца, ананас. Ну, тортик мы на десерт оставим, а начнем вот с пиццы. Вкусно, Том? Очень. Вот, отлично. А теперь можно и съесть и яблочко. А на десерт у нас будет кусочек торта. Отлично, друзья. Итак, 93% уже наш Том покушал. Ну и думаю, достаточно. Так, здорово. Вот такой, да, вот такой вот замечательный костюм робота. А теперь давайте-ка его приоденем в что-нибудь. А то какой-то он у нас совсем голый. Итак, что же нам надеть на этот костюм робота? Давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, что у нас есть? Пижама. Нет, не то. Костюм выходного дня не то. Пижама для вечеринок нет. И марсианская униформа нет. Костюм рэпера нет. Костюм для романтического свидания нет. Гавайский. Футбольная форма. Костюм художника. Комбинезон. Смотрите, очень здорово идет ослепительный наряд. Он красный, и ушки, и носик вот такой вот Тома тоже красный. Довольно-таки очень неплохо. Так, и вот очень идет тоже костюм робота. Довольно-таки неплохо. Робошерсть и костюм робота. Так, и кимоно довольно-таки неплохо идет. Так, костюм плохого парня. Белый костюм. Форма пилота очень здорово идет нашему Тому. К вот этому робокостюму, робошерсти. И давайте-ка, друзья, все же я оставлю ему вот этот костюм робота. Да, вот так здорово. А что у нас с шапочками? Афропарик, Санта-Клаус, голубой ирокез, зеленый, красный, желтый, парик блондинки. Так, шапка-елка, тыква на голове, синеоранжевая шапка. Так, оленьи рога, колпак шута, НЛО, шлем викинга, шлем робота. Ну все закрывает тогда. Здорово. Вот такая вот здорово королевская корона у нас есть. Бумажный пакет. Львиная грива. Чокнутый бумажник. Голубой осьминог. Ковбойская шляпа. Так, темная светлая мастришка. Так, вот такая вот пирата. Шляпа с черепами. Коричневая шапка волшебника. Звездную мы купили. Полицейская униформа и шлем ветерана. Синий ниндзя, красный ниндзя. Ага, вот, друзья, у нас же открылся рыцарский шлем. Здорово, здорово. Давайте-ка, возможно, мы вот этот шлем купим. Да. Здорово. А ну-ка, ну-ка, как это все здорово, друзья. Смотрите, как прикольно. Том рыцарь. Да, прикольно. Прикольно, друзья. А, очень здорово. Жаль, что лица не видно, но как-то вот так довольно-таки прикольно. А давайте-ка посмотрим за 5 золотых, что там делается у других Тому. Итак, за 5 золотых можно посмотреть. Вот такой вот прикольный Том в голубенькой шляпке. А в сундуке ничего нет. Очень печально. Посмотрим гостиную. Ванную комнату, спальню. Неплохо, неплохо. Что же там далее? Следующий Том у нас.
Вот такой за 5 золотых мы посмотрим. Тоже ничего нет. Ужас, что это нам не везет. Черно-белый том, довольно-таки неплохая гостиная. Ванная комната и спальня. Неплохо. Следующий том. Вот маленький томик. И в сундуке 5 золотых. Здорово. Так, посмотрим гостиную, кухню, ванную комнату и спальню. Угу. Так, следующий том. Вот, 10 золотых в сундучке. Посмотрим, как кухню, ванную комнату и спальню. Следующий том. Возможно, что-то интересное попадет нам. Посмотрим-ка. Вот такой вот забавный черненький том в маске. 5 золотых всего лишь в сундуке. Посмотрим гостиную, кухню, ванную комнату. Да-да, друзья, интересно. Итак, еще один том. Здорово. Вот в очках пилота, белая шерстка. Довольно-таки в жутком стиле кухня. А посмотрим-ка гостиную в новогоднем стиле. И ванная в новогоднем стиле. Неплохо, неплохо, друзья. И еще один том в классическом костюме. Так, вот такие вот забавные котики. Ну и последний. Давайте еще посмотрим, может что-то интересное попадет. Вот такой маленький рыженький комбинезон. Нет, томик попался у нас. Еще слабое, ничего не развито, но ничего. Ну вот такая вот ситуация, друзья. А теперь давайте с нашим томом поиграем. И отправимся дорогу и попробуем сегодня побить рекорд. Итак, классическая игра. Том вперед. Собирай монетки. Не забывай за звездочки. Да, здорово. Собираем, собираем монетки, звездочки. Отлично. И еще вот так, хорошо. Здорово. Монетка еще одна. Отлично. Так, въезжаем в туннель. И в туннеле не забываем собирать звездочки, а монетки. Отлично. Здорово, друзья. Хорошо. Вот так, отлично. Взяли замедление. Здорово, здорово, здорово. И теперь вот так. Отлично. Так, и еще собираем. Хорошо. Отлично. Так, вот еще пошли монетки. Вот-вот-вот. Уклоняемся от бревен. Уже очень много бревен, препятствий пошло. Хорошо. Вот так, да, отлично. И вот так. Очень хорошо. Взяли замедление. И еще вот так. Ой-ой-ой. Отлично. Собираем, собираем, собираем. Еще вот так. Хорошо. Отлично. Множество бочек, ящиков. Вот так. Да-да-да, здорово. Ой-ой-ой. Вот так, отлично. Хорошо. Собираем, собираем, собираем. Итак, вход в туннель. В туннеле уже немножко легче. Хорошо. Так, взяли замедление еще. Уклоняемся от ящиков. Вот так, здорово. Хорошо. И еще вот так, отлично. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот так. Вот-вот-вот-вот. Ой-ой-ой. К сожалению. К сожалению, не смог уклониться, но неплохой результат. 28 золотых заработала. Даже очень неплохо. А теперь попробуем как мы побить рекорд в игре «Побег Тома». Так, классическая игра. Собираем монетки, не забываем. Вот так, хорошо. Не будем же возвращаться. Отлично, вот так. Здорово, хорошо. Монетка, 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 вот так. Здорово, еще вот так, отлично. Побежали, побежали. Так, вот монетку не забудем. Хорошо. Вот так. Возьмем монетку. Отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой. Сколько же тут препятствий. Ничего. Отлично. Здорово. Все получилось. Хорошо. Отлично. Ждем, 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 ждем. А вот так. Отлично. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Так, где же бревна? Отлично. Вот так, хорошо. И вот так, да, здорово. Все получилось.
теперь в эту сторону. Хорошо. И вот так вот. Да. Здорово. Побежали, побежали. Отлично. Отлично. И вот так. Да. Здорово. Получилось, друзья. Хорошо. Вот. Ой-ой-ой. Отлично. Хорошо. И вот так. Вот так. Отлично. Так, вернемся за монеткой. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Попал по стрелу и, к сожалению, рекорд не побит. Но ничего, друзья, теперь мы с нашим Томом попробуем пойти только вверх. Вот так, здорово. Отлично. Собираем, собираем монетки. И еще вверх. Так, не забудем про магнитик. Вот так. И еще вот так. Очень хорошо. Здорово. Отлично. И вот так, да, получилось. Хорошо. Еще вот так. Ой. Нет, ну это как-то несправедливо. Давайте, ребята, еще раз сыграем. Что-то я поспешил немножко. Вот так, хорошо. И еще вот так, отлично. Следующий прыжок. Замечательно. И вот так, хорошо. Вот, отлично. Так, следующий прыжок. Замечательно, отлично. Продолжаем, друзья. Хорошо. Вот так. И еще вот такой вот прыжок. Здорово, следующий прыжок. И вот сюда, отлично. И еще вот так. Очень хорошо. Итак, 60 метров мы прошли. Ой, ой-ой-ой-ой. Вот так, хорошо. Итак, ждем, когда кнопка появится, и прыгнем. Вот так. И еще вот так. Здорово. Хорошо. Отлично. И еще вот так. Да. Вот. Разбили вот эту штуку шипами. Отлично. И прыжок вверх. Здорово. Ай! А! Вот. Фу. Еле уцелел на штом. Итак, продолжаем. Вот, здорово. Получилось. Следующий прыжок. Отлично. И еще вот так. Да-да-да-да-да, друзья. Так, прыжок. Замечательно. И еще. Отлично. Итак, вот. Прыжок. Еще вот так. И еще вот так. Да. Все у нас получилось. Ой! Как это-то он так упал? Непонятно. Непонятно. Итак, друзья, давайте дальше продолжим. Какую бы эту игру с нам сыграть? А давайте-ка мы сыграем с вами и заработаем побольше очков. Ага, кстати, сегодняшняя игра. Задание было сыграть игру 2048. Так. Вот сюда. А дальше что нужно сыграть? Вот так. Что-то я не совсем уловил смысл этой игры, друзья. Может, кто-то подскажет, как ее правильно играть. Угу. Тут идет какое-то удвоение. Вот. Не совсем понимаю смысл этой игры. Тут вижу, идет, если две одинаковые цифры, оно удваивается. Вот, вот, вот так, ага. Вот так, ага, вот, 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 друзья. Вот. Если две одинаковые цифры, оно удваивается. Вот сюда, и вот сюда. Вот так, хорошо, угу. Вот так. Вот, 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 вот так, отлично, вот, еще вот, ага, вот, выполнили мы задание, дали нам награду, вот так, хорошо,
Вот так. Вот-вот-вот идет какое-то удвоение. Не совсем понимаю принцип вот этой игры. Но тем не менее. Продолжаем играть. Вот. Вот. Отлично. И вот так, хорошо. Вот. Объединили. Вот. 128 объединили. И еще вот так. Ну, давайте, друзья, на этом и закончим. Неплохой результат. Это будет рекорд, конечно. Итак, вы уверены, что хотите выйти из игры? Да. Итак, новый рекорд. 15 золотых заработала. Это она неплохо, друзья. А теперь давайте-ка мы с нашим Томом сыграем его любимую игру соединений и заработаем побольше денежек, чтобы можно было купить вещи и какие-то интересные плюшки для нашего Тома. Итак, начнем. Вот такое вот замечательное соединение у нас получилось. Хорошо, друзья, продолжаем. Так, красное, желтое, синее, зеленое и голубое. Отлично. Итак, следующее соединение. Зеленое, фиолетовое и вот это серенькое. Отлично. Белый, голубой, красный, фиолетовый и зеленый. Отлично. Розовый, фиолетовый, темно-зеленый, красный и салатовый. Отлично. Розовый и светло-розовый. Отлично. Теперь попробуем-ка, друзья, вот такую вот конфигурацию соединений. Отлично. Все у нас здорово получилось, друзья. Так, итак, следующая комбинация. Что мы можем поделать? Давайте-ка попробуем вот так проделать. И у нас все здорово очень получилось. Хорошо, продолжаем, друзья. Так, красное и желтое соединение. Отлично. Желтое, салатовое, серое, темно-зеленое и розовое. Отлично. Так, попробуем-ка мы, друзья, вот такую вот комбинацию. Отлично, и все здорово получилось. Хорошо, розовое соединение, коричневое и синее. Здорово. Так, что здесь мы можем придумать? Зеленое, голубое и красное. Отлично. Розовое, зеленое и голубое соединение. Отлично. Желтое. Здорово. А теперь что мы придумаем? Зеленое и фиолетовое. Отлично. Так, а ну-ка, друзья, попробуем вот такую вот комбинацию. Отлично, голубое и синее, красное и желтое, вот так. Серое, зеленое, вот так. Теперь вот такая вот комбинация, отлично, и фиолетовое, здорово. Итак, что еще мы можем придумать? Попробуем-ка мы вот такую вот комбинацию соединений. И да, друзья, у нас все здорово получилось. Итак. Так, желтое, темно-зеленое, розовое, голубое, красное и салатовое. Отлично. Здорово получилось соединение. Итак, следующее. Следующее соединение. Мы попробуем вот такую вот комбинацию. У нас все здорово получилось. Итак, продолжаем. Вот, салатовое, зеленое, голубое. Отлично. Вот так. Вот. Здорово. Отлично. Что здесь мы можем придумать? Розовый, салатовый, желтый, синий, темно-зеленый и голубой. Вот так. Да, да, друзья, все получилось отлично. Итак, вот розовый, желтый, коричневый, розовый, синий и вот такой вот голубой. Отлично. Синий, зеленый, красный, розовый, желтый и зеленый. Отлично. Продолжаем. Голубой, синий, розовый, вот так, темно-зеленый и салатовый. Отлично. Продолжаем. Синий, 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 коричневый. Ой-ой-ой-ой, друзья, какая-то такая непонятная конфигурация получилась. А ну-ка попробуем вот так вот. Что-то совсем непонятное. К сожалению, это, наверное, уже будет все. Так, не можем разобраться, к сожалению. Не могу понять, как тут эту конфигурацию проделать. Итак, печально, но ничего. Неплохой результат. 111 золотых заработано. А теперь давайте посмотрим состояние нашего Тома.
ну, еще в довольно-таки неплохом состоянии, и поэтому давайте попробуем с ним побить рекорд и в игре башни из тортов. Итак, друзья, начнем. Вот так, замечательно, хорошо, вот так, здорово, продолжаем, отлично, вот так, очень хорошо, вот так, замечательно. Так, вот такая вот башня у нас получается. Строимся, только нужно аккуратнее. Замечательно. Вот так. Очень хорошо. Не спеша. Проделаем все. Вот так. Очень здорово. Строим башню. Вот так, замечательно. Строим. Хорошо. Отлично. И еще вот так. Да. Строим, 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 строим. Вот так, вот так, вот так. Отлично, отлично, отлично. Вот, здорово, хорошо. Итак, друзья, посмотрим, посмотрим. Нет, к сожалению, к рекорду не дошли, но очень неплохой результат. И на этом, друзья, будем прощаться. Оставим нашего Тома отдыхать. Всем пока-пока, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.